вообще пришел, видели, в Россию. Я сейчас расскажу. Я дважды был депутатом. Первый раз Фонтанов 25 лет. Оба раза я выдвигался как самовыдвиженец. Оба раза у меня оппоненты были носители партии власти. Второй раз, когда я стал депутатом, я привел команду. 11 депутатов из 20. Это были молодые дарки, команды, которые там приходят. У каждого у нас был оппонент из партии «Единая Россия». И придя в действующую власть, потому что у своих оппонентов подключены административные ресурсы, и мы взяли правительство. Тем не менее, я говорю, что можно было просто включить ресурсы, чтобы там противодействовать, то, что сильно изменить жизнь людей нашего города. Тариф 4 года практически правильно. Единственное название Российской Федерации. Нам пришлось этот шишек набить. Сколько там врагов нажить. Если хочешь нажить 7 врагов, то что-то изменить. Пришлось брать присосок, посредников, всего остального, для того, чтобы удержать этот тариф. Но его можно реально удержать. Когда я говорю, потому что мы удержим тариф, то все потому, что мы тестим, мы можем можно всю жизнь посвятить решению этого вопроса, но фактически решить этот вопрос, но решение вопроса наша страна, что этот вопрос связан с теми нерешенными вопросами, которые Созидать.
вещи рассказал. У нас и было, поэтому я верю, что можно построить в социализм. Измели хотя бы. И я думаю, что у Сергея может второй там где-то. А он сам с собой придет. Сознание поменяется. Самое главное, изменить сознание. И вот в Питере кто был, я знаю, потому что 80% участников, которые были в Питере, конференции шахматы, если говоря, что мы сторонники такой идеи, 80% это были ММ-щики. То есть Жак Фреско 98 лет, он всю жизнь посвятил продвижению своего проекта. А Сергей Мороди за полтора года закомбинировал такое количество людей, донес информацию и открыл глаза. Ни одна система на сегодняшний день не позволяет так эффективно доносить информацию. Вот Жак Фреско, да, идея хорошая, а как прийти к этой идее? Можно еще 98 лет потратить и не прийти, не добиться этих целей. А с системой МММ, я думаю, что мы этого добьемся. Потому что какие бы сложные периоды ни были, рестарты, перезапуски, количество участников только увеличится. Людей, которые прозрели, их будет становиться все больше и больше. И их не будет меньше только потому, будет меньше тех, кто в конце пришел, попал и ушел, кто разочаровался. А люди, которые в системе пробыли несколько месяцев, получили они выигрыша, помощь от системы, не получили. Они в любом случае получили информацию, но которую не получили в одном институте. Они прозрели. И когда ты открываешь глаза, вот ты вчера был в рабом, а сегодня ты получил глоток этой свободы. Обратно вернуться в клетку и стать вам очень сложно. Поэтому люди, которые получили эти знания и открыли глаза, вряд ли они уже изменят свое отношение и закроют глаза на те процессы, которые происходят вокруг. Почему я говорю, что у нас будет с каждым днем все больше, больше и больше. Поэтому вопрос только времени. Когда мы объединим всех, это будет зависеть от нас, от эффективности и от степени противодействия нам. Но тем не менее, мы этого добьемся. Абсолютно нет сомнений. Потому что процесс этот запущен, и он идет его не остановить. И сегодня действует у вас, вы потихонечку поймете, что видите, как, допустим, по сравнению с 11-й стала усовершенствовалась наша система в 12-й. Она становится все более и более неуязвимой. И сегодня обычного вкладчика там, в банке от участника системы ММ отличить невозможно. То есть хочет действующая власть, не хочет она, а система будет развиваться. При этом она будет развиваться. Если власть будет противодействовать, то будет в разрез идти как бы, в такие как бы, действующие власти. Если власть, помимо, что вы не опасны для власти, потому что у нас интересы не пересекаются, нам власть не нужна. У нас интересы, цели и оппоненты далеко за пределами границ Российской Федерации. Они не будут нас бояться и поэтому дадут спокойно работу. И я думаю, что найдем общий язык. Они, в конце концов, тоже граждане нашей страны, они тоже люди, и они тоже, я думаю, заинтересованы, чтобы их дети и внуки жили в нормальном обществе, а не в том обществе, где каждый готов там близкого сожрать из-за денег. Цель совпадает у нас. Что у нас там? Человек сам добровольно вступает и никаких гарантий не ведет, не дает ему ни система, ни руководитель конкретно. Соответственно, на любом уровне можно будет эти дела, ну не дела, так сказать. То есть, ну, в общем, это что необходимо для руководителя, да? Но это тоже, это формальная часть. На самом деле я хотел бы перейти все-таки. Вот, смотрите, Сергей Пантелеич снял фильм «Пирамида», а сейчас снимает фильм «Река». Ну, как бы он, не он там, кто-то спонсор нашелся, неважно.
Самое главное – это месседж. Я вот думал, что он хочет нам сказать. Река – это же, в принципе, вот даже это фильм ужасов. То есть, и одновременно он говорит, что в системе, что самое опасное для системы. Это паника, тоже все знают. Что такое паника? Паника – это ужас. Ужас, который охватывает людей, да? Каждого человека. Почему и когда ужас охватывает? Это страх. Страх заполняет то, когда в человеке нет духа. Если в нем нет духа, он боится. Если в нем есть дух, поселяется, он становится бесстрашным. Так я вот призываю всех партийцев быть бесстрашным. А как мы можем это сделать? Как мы можем поселить в себя дух? Дух борьбы и так далее. Только с помощью веры. Веры во что? Веры в знание. Знание чего? Знание нашей системы, знание идеологии нашей системы. Идеология системы – это идеи Сергея Пантелеича, то, что он говорит. Вот мы все пользуемся, там, 3 миллиона посещений сайта, да? Ну, если кто участник или руководитель, он заходит тупо в кабинет, там, или иногда просматривает новости. Правила он уже давно изучил. Но есть очень интересная и хорошая кнопка, называется «Не про МММ». Там вот если ее открыть, ну, можно, все равно каждому руководителю нужно начать это изучать. Потому что это знание необходимо руководителю, необходимо партийцу. Значит, вот там есть последняя рубрика, это цитаты. У Сергея Пантелеича раньше было в Википедии цитаты, где были все его цитаты. Потом злопыхатели какие-то удалили, но неважно. Сейчас там все-таки, ну, собрали какую-то часть. Вот он, допустим, про тот же страх говорит. Он говорит, что страх унижает человека. То есть это быть унизительным, значит, если чего-то бояться. Если ты веришь, что это, веришь в эту идею, веришь, что ты борешься за правое дело, а мы так и делаем, мы боремся за правое дело. Поэтому не нужно бояться. Соответственно, здесь вот переплетается по поводу безопасности. Если каждый из нас не будет бояться, не будет подвержен страху и жадности, соответственно, вот вы внесли в систему какую-то сумму, и что бы там ни случилось, что бы там ни случилось, в момент, когда какой-то критический происходит, мы спокойно, мы не паникуем, не вытаскиваем это деньги, мы не боимся ничего. И идем вперед, соответственно, система становится еще сильнее. Никто не паникует, никакой паники, всем денег хватает. Вот, ну, далее про систему, ну что, я, наверное, буду заканчивать. Ну, еще раз хотел сказать о том, что каждый активный человек в системе, то есть партиец, по-другому, должен на своих местах, ну, должен, обязан, это по воле совести и чести каждого, если ты работаешь партийцем. Значит, на местах нужно проводить агитационные работы, связанные с поукреплением духа, по накоплению знаний, которые дает нам Сергей Пантелеич. Ну, на этом буду заканчивать. Мы можем многое, мы меняем мир, финансовый апокалипсис не избежен. Кобрев Алексей. Я приветствую всех гостей города Курска, всех делегатов Первого Всероссийского съезда партии МММ 2012. Ура! Вчера у нас был очень интересный вечер. Мы познакомились друг с другом. Мы увидели, какие люди здесь собрались. Здесь собралось колоссальное количество людей, которые не просто хотят изменить свою жизнь, хотят изменить жизнь в своем городе, в своей области, в своем регионе, в целом мире. Поэтому, ребята, я хочу вам сказать следующее. Нас все вокруг убеждают, что мы слабы, что мы ничего не можем, что мы, даже ходя на выборы, ничего не сможем изменить. Могу сказать, это ложь. Мы, объединяясь, можем многое. За нами сила. Все говорят, что пирамиды — это плохо. А посмотрите,
Сбербанк – пирамида, все банковская система тоже пирамида, страховые общества, пенсионные фонды – все пирамида. Но как происходит в нашей жизни? Вверху вот этой пирамиды 2% людей, которые находятся на верхушке, так называемые власть имущие, имеют 98% всех ресурсов, всей власти, всей связи. Но порядочные ли они? Хотят ли они работать, чтобы наши люди жили лучше, чтобы наша страна занимала лидирующее место в мире? На этот вопрос многие ответят отрицательно. Нет, не хотят. Так вот, внутри вот этой пирамиды, где 2% людей власть имущие, а внутри 98% нас, обычных людей, и среди нас очень большое количество честных, порядочных, умных людей, которые хотят не просто заработать в системе МММ, но также хотят сделать так, чтобы эта система росла, развивалась, чтобы люди проникались идеями Сергея Пантелеевича Мавроди. Вот вы сейчас здесь находитесь, вы нашли время, нашли деньги, чтобы приехать. Многие преодолели несколько тысяч километров, чтобы попасть сюда, в наш город Курск. Но посмотрите, сколько людей, которые говорят, да, мы идейные, мы хотим развивать систему, но которые не здесь. У них нашлись причины, почему не приехать. Погода, финансовое положение, какие-то личные проблемы. Вот хочу вам рассказать такой пример, который, возможно, поможет каждому из вас доносить историю. У каждого человека есть цель. У кого-то большая, у кого-то чуть меньше. У большинства из нас есть дети. Так вот, смотрите, рано или поздно, когда ваш ребенок подойдет и спросит, папа, мама, а что вы сделали, чтобы эта цель реализовалась? Так вот тогда вы ему можете сказать, знаешь, дорогой, был дождь на улице, поэтому я не поехал на съезд партии. У меня не было денег, я не мог найти, чтобы купить билет и так далее. И вот этот весь ворох отговорок, который вы можете рассказать своему руководителю, почему вы не были на съезде, почему вы не доносите идеи МММ, почему вы сомневаетесь в системе. Вы этот ворох отговорок можете вывалить перед своими детьми и сказать, вот почему мы так живем, вот почему живет все наше население. В больших городах люди не знают даже, как зовут соседей на лестничной площадке, потому что мы думаем, нас убедили извне, что мы ничего не можем. Под эгидой МММ, под эгидой партии МММ объединяются самые лучшие, самые честные, чистые люди со всего мира. Поэтому, ребята, я вас поздравляю, что вы здесь, я вас поздравляю, что вы в партии, что вы продвигаете идеи Сергея Пантелеевича. Мы можем многое, мы меняем мир. Пожалуйста, Крамер Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья! Что кто-то сказать? На этот съезд приехали с разных концов нашей великой большой страны. Я приехал из Смоленска. Что хочется рассказать вообще, что такое город Смоленск? Все знают, что это щит России. Все знают, что это героический, очень древний город. В следующем году ему будет 1150 лет. Но в первую очередь я хочу рассказать про Смоленск с той точки зрения, что на территории нашей области был реализован один из лучших проектов на этой планете, планетарного масштаба проект «Путь из варягов к греке». Благодаря этому, реализации этого проекта, был изменен ход всей человеческой истории. Это стало возможно благодаря только одному. Первое. Мы смогли связать с помощью Смоленской области два бассейна рек, два моря, Балтийское море и Черное море. На территории Смоленской области произошло удивительная вещь. Две цивилизации, скандинавская и греческая, получили возможность общаться, получили возможность меняться мнениями и реализовывать ту политику, начиная от социальной, заканчивая политической, какими-то новыми идеями, меняться и развивать мир. Я это рассказал для чего? Для того, чтобы вы понимали, что все новые идеи на Смоленщине воспринимаются на ура. Сейчас в Смоленске проводится политический эксперимент. У нас единственный в России губернатор не член партии «Единая Россия», а член партии ЛДПР. И благодаря этому, наверное, самый благодарный регион, в котором, как сказал Сергей Пантелеевич Мавроди, виден весь фарс нынешней политики, когда все партии идут на поклон, когда на самом деле
флаг партии ничего не значит. Это действительно фарс. Мы на Смоленщине видим это, понимаем это, и мы готовы к тому, что любая партия, а мы сегодня вот увидели, что все здесь люди, которые приехали на съезд, мы знакомились, мы разговаривали друг с другом, менялись какими-то идеями. И я загорался уверенностью, твердой, непоколебимой, что мы можем изменить мир, что здесь собраны те люди, которые способны это сделать. Мало того, руководство нашей партии, которое сейчас будет организовано, оно достойно, они умные ребята, они понимают, как сделать так, что всем, не только в нашей стране, но и на планете в целом, стало жить лучше. Это новая идея. И я хочу сказать, что от себя могу уверить вас, что я сделаю все, что при слове «единое», «справедливое», «либерально-демократическое» и слово «партия» звучало только одно, что это партия МММ. Спасибо большое. Идеология, наша идеология, мы можем многое, а наша стратегия – мы меняем мир. Мы меняем мир. Спасибо большое. Колесник Агунер, пожалуйста. Здравствуйте. Я приветствую всех от имени Московской ячейки партии. Рад вас всех видеть. Соратники, позвольте именно так вам обращаться, потому что именно это слово полностью характеризует тех и те цели, ради которых мы здесь собрались. Раньше на Руси так называли тех, кто в трудные для Родины времена был готов выйти вместе с другими против общего врага. Сейчас мы имеем не одного врага, мы их имеем много. Система не может пройти без проволочек, без каких-то задержек, и все это тормозится искусственно. Но мы с этим справимся. Сейчас как раз то самое время, когда нам нужно вместе спасти эту страну. Спасти ее от бездуховности, нищеты, произвола власти к каждому обычному гражданину. Вы знаете, это не хуже меня. Потому что чем дальше от Москвы, тем тяжелее живется людям. Мы дошли до точки, точки кипения. Лучше, чем дальше от Москвы, тем лучше живется. Дай Бог. Дай Бог. Ну кому-то может и лучше. Я говорю про людей, которые получают не как в Москве за работу, скажем, продавцом порядка 20 тысяч, а которые работают за 10 тысяч, которые работают в больницах за 5 тысяч в регионах. Это совершенно другие цены, при том, что, вернее, не цены, а зарплаты, при том, что цены, они близки к московским на основные продукты. В общем, понятно, что сейчас по митингам, по общему настроению людей, в принципе, страна подходит к тому, что, в принципе, есть, да, все шансы на смену власти. Почему бы не быть нам в ней? Почему бы нам, собственно, не предложить себя и предложить систему людям как альтернативу всему тому, что мы сейчас видим? Сейчас даже самый старый больной пенсионер имеет возможность жить нормально, участвуя в системе. Это та альтернатива, которой у людей не было раньше, и которая помогает людям выжить. Просто большинство еще не знает, что есть МММ, люди не сидят в интернете, что на них льется из средств массовой информации, вы тоже все знаете. Вот. В общем, впереди у людей по общему настроению беспросветное нищее существование. Так было, пока не появился МММ. Еще один момент, что такой поворот с возникновением системы не устроил тех, кто рулит деньгами и властью в России. Начались преследования, травля, зомбирование людей через средства массовой информации против МММ. Но есть мы, которые уже проснулись, которые
готовы пойти на баррикады, чтобы защитить свое будущее. И не только свое. Своих родственников, детей, матерей. Потому что другого варианта вылезти из этой беспросветности, в которой мы сейчас живем, я не вижу. Раньше, до революции, были ценности, свои ценности. Монархизм, какой-то общественный и семейный строй. Потом случилась революция 17-го года, эти ценности были заменены на другие ценности. Ценность, да, строителей коммунизма, строителей народного хозяйства. Потом случилась перестройка. Ценности отменили все. Моральные ценности, я имею в виду. Сейчас вообще нравственных ориентиров, на мой взгляд, у людей нет вообще. То есть люди плывут по течению, болтаются как цветы в проруби, мягко говоря, цветы. Вот. Народ спивается, потому что не на что ориентироваться. Ну, вообще, то, что предлагают по телевизору, да, это бред вообще, направлено на одну идею – купи побольше. Вот. А для этого залезь в долги, сними последнюю рубашку, стань рабом банка. Так больше не будет. Мы здесь, чтобы создать и защитить новую идею, идею взаимопомощи. И именно для этого, по моему мнению, создается партия МММ. Собственно, каждый из нас здесь для того, чтобы стать рупором идеи нового мира, идеи партии МММ в своем регионе. И именно эта идея взаимопомощи сделает нас самыми сильными на планете. Мы на сегодняшний день уже, как система, экспортировались в другие страны. Как партия, тоже идет экспорт идеи. То есть вы знаете про партии в Украине. Я подозреваю, что создаются партии и в других регионах присутствия МММ. Я думаю, мы скоро об этом услышим. Собственно, да, как уже говорилось, нам довелось стоять у самых истоков нового мира. Так не посрамим гордое звание первопроходцев новой мировой идеи, которая даст всем людям жить по-человечески. Вы, кто собрались здесь, чтобы помочь на государственном, я подчеркиваю, на государственном уровне, защитить МММ, будьте творцами нового образа жизни. Когда не нужно будет думать о деньгах, а можно будет просто заниматься тем, в чем ты лучший. Я думаю, что здесь много профессионалов в системе, которым мешает себя воплотить именно проблема денег. Она решаема. Как она решаема с помощью системы, я думаю, объяснять не нужно. Собственно, да, именно к вам придут люди те, которые мечтали всю жизнь о справедливости. Потому что с помощью нашей партии и нашей системы эту справедливость можно восстановить в мире. Да здравствует великая идея Сергея Пантелеевича Мавроди, который открыл нам глаза и откроет счастливое будущее. Мы меняем и изменим этот мир. И мы не то что можем, а мы уже сделали многое и сделаем еще больше. Да здравствует МММ! Последняя выступающая, искренне Татьяна. Всем здравствуйте еще раз. Зовут меня искренне Татьяна. Я из города Челябинск. Это, как вы понимаете, Урал. Вчера ведущая на банкете сказала, что на Урале у вас там очень красивые места. Зуравку, там все прочее. У нас на самом деле очень красивые места. И не знаю, она нам сказала, пригласите всех в гости. Я не знаю, то ли она знала, то ли она догадывалась. А на самом деле мы уже запланировали международный конгресс. Он планируется где-то зиму, может быть декабрь, может быть январь. Дело в том, что мы в своем регионе очень активно занимаемся объединением тур. Я думаю, что очень многие этим
занимаются. Вы сами знаете, что очень часто, я волнуюсь, извините, очень часто в каждом городе проходят некие конкурентные такие движения, которые мешают нам дальнейшему развитию. И на самом деле, я думаю, не только мы, но и многие стараются к объединению структур. Сейчас очень много координаторов. У каждого координатора очень много очень крупных руководителей структур. Сейчас по России вот партия МММ – это единственное то, что у нас одно, к чему мы пришли все, несмотря на то, что даже здесь нас очень много веток, очень много координаторов и всему прочему. Так вот, на этом конгрессе мы тоже хотим сделать еще одно движение к тому, чтобы мы объединились, чтобы у нас не было там флагманы, всадники, миллионы, там все прочее, чтобы у нас была одна структура МММ, чтобы мы к этому шли. Так вот, на этом конгрессе мы будем приглашать всех координаторов. На нем предполагается объединение, обучение и также тот же самый партийный съезд, на котором, я думаю, обязательно будет присутствовать у нас Алексей Муратов, все крупные руководители. Поэтому, если есть какая-то возможность, я думаю, у всех есть, взять наши координаты, по которым мы будем вас приглашать, и всех приглашаю приехать к нам на Урал. То есть это будет примерно зимой. Мы меняемся сами и, соответственно, будем менять мир. Уважаемые участники, я, наверное, поторопился вначале, сказав, что вчера мы наговорились. Я прошу прощения у тех активистов, которые приехали, и им сейчас удалось выступить, потому что у нас процедурно еще как бы достаточно много необходимо будет выполнить. Сейчас на съезде для создания и принятия устава программы партии «Выбор органов». Поэтому я прошу прощения для тех, кто хотел выступить, и им не удалось. Перед началом официальной части, которая, может быть, будет немножко суховатая, поэтому прошу, может быть, потерпеть, это необходимо, эти процедурные моменты. Я бы хотел, в общем, дать информацию по органу управления, по целям, по которым будет стоять перед партией. Прежде всего, я хотел бы сейчас попросить встать в представителей контактного центра органа управления, чтобы вы понимали, что это будут прежде всего не руководители, а помощники ваши для ведения общественной политической работы в регионе. И также у себя в регионе вы... Нет, я имею в виду, сейчас я назову по фамилии, я скажу, ребята, подняться с контактного центра. Также выстраивая структуру у себя в регионе, также выбирайте себе не руководителя, не начальника. Выбирайте помощников, которые будут вам помогать вести общественно-политическую работу. А сейчас я попрошу, чтобы встать, я буду называть руководителей членов контактного центра, которые дневали, ночевали, работали для того, чтобы сегодняшняя конференция прошла на высшем уровне, для того, чтобы объединить и сплотить активистов по всем регионам. Это Петришина Ольга, Приволжский и Дальний округ она курирует. Вместе со своим мужем Петришиным Евгением. Те, кто вчера не познакомились, они, наверное, еще проводят регистрацию, оформляют документы. Я думаю, что на кофе-брейке сможет, кто не познакомился вчера вечером, могут с ней познакомиться в перерыве. Мальцев Евгений курирует Центральный федеральный округ. Казиев Тимур, Северо-Западный федеральный округ. Залуцкая Елена, Южный федеральный округ и Уральский федеральный округ. Я думаю, что со многими ребятами контактного центра уже завязались дружеские отношения. Я также надеюсь, что и в регионах, когда вы будете выбирать себе органы управления, такие же будут ваши соратники, друзья и помощники. Что касается структуры общепартийной, вы сейчас видели видеообращение, Сергей Мавроди дал согласие о том, что он согласен быть президентом партии.
Ну, другого и не могло быть. Все прекрасно понимают и знают, что лидером нашей системы является именно он. Дальше в любой партии есть центральный комитет. У нас он тоже будет сформирован, но в нашей партии центральный комитет будет вести работу по донесению информации. Это прежде всего спикеры нашей партии, которые будут перемещаться по регионам, проводить конференции, общаться с представителями органов власти, доносить до них наши цели и задачи, для того, чтобы они поняли, что мы не экстремисты, не мошенники, не аферисты, мы действительно та активная часть общества, которая хочет изменить жизнь людей не только в нашей стране, во всем мире в лучшую сторону. Да, может быть, они на первом этапе не поверят в те амбициозные цели, которые сегодня мы поставили перед собой. Но я думаю, по крайней мере, они не будут противодействовать той работе, которую мы ведем в регионах. А также будет сформирован исполнительный орган. Исполнительный орган – это те пчелки, майи, те ребята, которые сегодня в системе имеют опыт общественной работы, политической, имеют юридическое образование, опыт работать политтехнологами, которые будут работать на партию для ее дальнейшего продвижения и развития. Если не будет хватать специалистов непосредственно из участников системы, мы будем привлекать этих специалистов со стороны. Ну и после регистрации партии мы будем формировать уже региональные отделения, органы управления в региональных отделениях и регистрации юридических лиц в регионах. Ну и в завершение хотел бы уже дать слово Рилову Александру Владимировичу. Он готовил основную часть документов к сегодняшнему съезду и партии, который пройдет именно официальную часть сегодняшнего учительного съезда. Итак, дальше будет немножко менее интересно, как уже Алексей сказал, довольно-таки сухо. Итак, приступаем к официальной части. Согласно регистрационных листов, оформленных при вчтении процедуры регистрации делегатов учредительного съезда политической партии ММО, на настоящем съезде присутствует 126 делегатов, представляющих 46 регионов Российской Федерации. Установлен законом кворум имеется, учредительный съезд политической партии ММО правомочен. Съезд был открыт 16 сентября 2012 года в 14:07 с видеообращения Володи Сергея Пантелеевича. Итак, для процедуры проведения, для обеспечения процедуры проведения учредительного съезда политической партии ММО предлагается избрать председателя съезда, секретаря съезда и счетную комиссию съезда, наделив их правами осуществлять подсчет голосов, оформлять и подписывать протокол настоящего учредительного съезда. А предлагается избрать списком Таран Виктор, председатель съезда, Риот Александр, секретарь съезда, Лотарев Денис, член счетной комиссии, Демкин Владимир, член счетной комиссии, Береков Михаил Владимирович, член счетной комиссии. Вопрос ставится на голосование. Прошу делегатов проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Прошу Тарана Виктора, Лотарева Дениса, Демкина Владимира, Бирюкова Михаила занять место в президиуме. Учредительного съезда политической партии ММО следующим списком. Вопрос номер один. Принятие решения создания политической партии ММО. Вопрос номер два. Принятие решения об образовании региональных отделений политической партии ММО в представленных делегатами данного съезда 46 субъектов Российской Федерации. Принятие устава политической партии ММО. Принятие программы политической партии ММО. Избрание президента политической партии ММО. Избрание секретаря Центрального комитета политической партии ММО. Принятие решения о формировании руководящих органов политической партии ММО. Принятие решений о формировании контрольно-ревизионных органов политической партии ММО. Принятие в члены политической партии ММО. Итого 9 вопросов. Вопрос ставится на голосование. Кто за данную повестку дня списком, прошу проголосовать за. Кто против?
Кто воздержался? Вы против? Я воздержался. Воздержался один человек. Хорошо. Итак, решение большинством голосов принято. Итак, переходим к первому вопросу повестки дня. Принятие решения о создании политической партии МММ. Предлагается принять решение о создании политической партии МММ. Вопрос ставится на голосование. Кто за создание политической партии МММ? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. При проведении процедуры регистрации были предоставлены документы от регионов по созданию региональных отделений. Итого, на момент открытия съезда всего представлено документов по 46 регионам. Сразу хочу предупредить делегатов съезда о том, что как будет объявлен перерыв. В течение перерыва прошу оригиналы данных документов сдать мне, если это, конечно, возможно. Итак, по второму вопросу повестки дня предлагается принять решение об образовании региональных отделений политической партии МММ в 46 субъектах Российской Федерации согласно документам, представленным при процедуре регистрации. Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Итак, вот третий вопрос повестки дня. Принятие устава политической партии МММ. Проект устава обсуждался, до сих пор обсуждается, но предлагается его принять в окончательной редакции, которая была согласована юристами Сергеем Пантелеевичем Авроди. Буквально это была вчера редакция. Она будет, естественно, выложена на официальном сайте партии и будет открыта для дискуссии, но пока предлагается принять в той редакции, которая соответствующим образом утверждена. Итак, кто за принятие устава политической партии МММ? Кто против? Кто воздержался? Решение принято большинством голосов. Четвертый вопрос повестки дня. Принятие программы политической партии МММ. Программа политической партии МММ также она обсуждалась, также было много предложений, что-то нашло отражение, что-то нет. Но предлагаем принять ее сейчас в той редакции, в которой она есть и согласована. А в дальнейшем, естественно, данная программа будет подлежать дискуссии, может быть пересмотрена, дополнена, изменена на съезде делегатов, очередном или внеочередном. Предлагается принять программу политической партии МММ. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Пятый вопрос повестки дня. Избрание президента политической партии МММ. Президент политической партии МММ по уставу партии принимается открытым голосованием большинством голосов не менее 2/3 голосов. На сегодняшний день у нас единственная кандидатура Сергей Пантелеевич Мавроди. Поэтому предлагаю избрать президентом политической партии МММ Мавроди Сергея Пантелеевича. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Следующие шестой, седьмой и восьмой вопросы. Шестой вопрос. Избрание председателя секретаря Центрального комитета политической партии МММ. Седьмой вопрос. Принятие решения о формировании руководящих органов политической партии МММ. Принятие решения о формировании контрольно-ревизионных органов политической партии МММ. По всем этим вопросам делегаты съезда обязаны принять решение при закрытом голосовании. То есть подготовлены вот такие бюллетени по трем вопросам повестки дня. Естественно, решение принимается на альтернативной основе организационным комитетом политической партии. Основные
То есть, значит, два списка есть. Есть основной и резервный. Предлагаем проголосовать за основной список. Это поставить галочку напротив цифры 1 по 6 вопросу, напротив цифры 1 по 7 вопросу и напротив цифры 1 по 8 вопросу. Значит, структурно у нас выглядит пока центральный комитет в составе Муратов Алексей, Ким Андрей, Кобелев Алексей, Крамер Андрей. Там все их видели, сейчас выступали люди. Крамер Андрей и Ким Андрей. Это спикеры партии МММ. Наша команда будет перемещаться по регионам, по этим конференциям, руководителей действующих регионов. Мы уже будем дальше укомплектовать команду спикеров, которые будут расширяться. Я думаю, что таких команд будет несколько. Они будут перемещаться по регионам, по странам и доносить информацию о системе МММ. Дальше. Исполнительный комитет состоит Петришин Евгений, Петришина Ольга, Мальцев Евгений, Тазиев Тимур, Загурская Елена. Это... Ребята, прошу встать. Это ребята контактного центра, которые работали сейчас и которые координировали работу по созданию, по проведению съезда. Я вижу, что активисты сработались в регионе с ними. Я думаю, что будет эффективно и в дальнейшем использовать их для координации работы. И основной список контрольно-ревизионного органа партии состоит Лотарев Денис, Демкин Владимир, Бирюков Михаил. Следующий вопрос на повестке дня – это принятие решения политической партии.
Все регионы представили соответствующие списки сторонников политической партии, которые изъявили желание быть членами партии, передали заявление, и поэтому мы предлагаем в соответствии с теми заявлениями, которые на момент открытия съезда поступили, принять члены политической партии, но сторонников партии, подавших соответствующие заявления до момента проведения съезда, списком считают данных лиц членами партии с момента их государственной регистрации. Вопрос ставится на открытое голосование. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Значит, по результатам данного голосования делегатами съезда принято решение принять члены политической партии МОМО сторонников партии, подачи соответствующие заявления до момента проведения съезда списком и считать данных лиц членами партии с момента ее государственной регистрации. На этом вопросы повестки дня учредительного съезда политической партии МОМО исчерпаны. Учредительный съезд политической партии МОМО объявляется закрытым. 16:20 по московскому времени 16 сентября 2012 года. Сразу хотел пояснить, что дальнейшие наши шаги какие, то есть документы и протокол, ну, по тем решениям, которые сегодня приняты, они будут в кратчайший срок оформлены. Все документы будут выложены на официальном сайте. Что касается регионов, в дальнейшем регионы должны будут провести собрание, но уже сторонников партии, собрание своих региональных отделений, которые мы сегодня с разрешением организовали. Документы соответствующие будут всем разосланы, не в сегодня форма и шаблоны, как проводить, что проводить. То есть вы будете проводить уже на региональном уровне именно региональные конференции среди членов уже партии ГНОМН, где будете избирать уже соответствующие органы, принимать решения о создании регионального отделения и испытывать государственную регистрацию, необходимо будет произвести государственные региональные отделения территориальных органов Минюста. То есть это уже не надо в Москву ввести документы, а необходимо будет подготовить документы и передать. То есть как, что делать, это все будет разработано и передано. Следующий вопрос, это вот сейчас мы приняли в ряды членов партии МММ тех лиц, которые обратились до момента проведения съезда. Это будет составлен федеральный список, и, естественно, в рамках каждого региона будет вестись региональный регистр членов политической партии. Были вопросы, если будут поступать еще заявления о вступлении в члены. Это вы уже будете на местном уровне принимать свое решение, когда будете проводить соответствующую конференцию. Ну, планирую, что данные конференции, они будут проведены, ну, или до конца сентября, или в начале октября данного года. И, в принципе, на этом у нас официальная процедура съезда исчерпана. Поздравляю всех участников съезда. Мы прошли еще один этап по созданию общественной политической партии. Партия, которая в ближайшее время объединит очень многих людей не только в нашей стране, но и по всему миру. На этом я хочу закрыть сегодняшний съезд и сделать небольшое объявление. Что касается конференции, сейчас на перерыве мы общались, будут проводиться с 1 октября конференции о России командой спикеров, причем командой спикеров международной. К числу спикеров, которые выбраны были сегодня на съезде, еще добавятся действующие спикеры Украины Евгений Дёркин, Степан Грицко. И мы готовы будем рады приехать в ваши регионы для проведения конференции, а также для начала ведения переговоров с органами власти от имени партии с целью донести
донесение информации о наших целях и задачах для того, чтобы снять какие-то негативные либо моменты противоречия между действующей властью и руководителем участковыми системами на регионе. На этом все. Благодарю всех за то, что вы нашли время, силы приехать к нам на съезд в Курск. И будем рады вас еще не раз видеть в нашем городе. Будем рады дальнейшим встречам и дальнейшим контактам и общению. Спасибо. Мы меняем мир, меняем свою жизнь.